Жительница Екатеринбурга пострадала в столкновении автобуса с легковым автомобилем. В субботу в половине девятого вечера водитель Opel Corsa, двигаясь по улице Белореченской со стороны Шаумяна в направлении Посадской, остановился на трамвайных путях, желая повернуть налево, в переулок Встречный. Дождавшись, когда зеленый сигнал светофора перейдет в мигающий режим, и убедившись, что двигавшийся навстречу ему автомобиле останавливается, Сергей начал поворот и только тогда увидел несущийся на него автобус. Загорелся уже красный практически. В крайнем левом ряду машины легковая остановилась. По крайнему правому ряду двигался автобус. Я думал, он издалека не видно, он едет, притормаживает, или он тормозит, или продолжает движение, непонятно было. Ну все, я совершаю поворот, потому что я думал, что он притормаживает. А когда я выехал на середину дороги, я вижу, что он летит, даже не тормозил. Ну и все, я совершаю лицам, я просто успел сообразить, дал по газам и успел машину увести от полного удара. Так бы он вошел в пассажирскую дверь и съела жена. Автобус даже не останавливается, вот посмотрите, вот разверните камеру. Он прямо вот сам не останавливаясь, уехал на автобусную остановку. Даже не остановился после удара. Хотя он говорит, что у него скорость была всего 30 км в час. Водитель заявляет автобус. Ну, вот примерно так вот. Действительно, рулевой маршрутки Isuzu 083 маршрута не смог остановиться сразу после столкновения и проехал еще 150 метров до самой автобусной остановки. Opel развернула на 270 градусов и бросила на тротуар. В аварии пострадал только один человек – супруга водителя Corsa. Значит, в травмпункт уехала. Сильно пострадала? Ну, тяжело дышать и правый бок болит. То есть, ее мотануло, когда машину развернуло, видимо, ее тело мотануло. Я додержался за руль. Ну, ехали, пристегнутые, разумеется.